Всех приветствую, дорогие друзья. Сегодня у нас на обзоре шикарный шведский универсал Volvo V60 Cross Country. Записываем обзор на скорую руку. Вот такая замечательная погода. Вкратце расскажем про этот автомобиль. Автомобиль был куплен для нашего заказчика Армана из города Волгограда. Вот сегодня будет отправка. Так, теперь про сам автомобиль. Проехался на нем пару раз. Вот, сложилось вообще шикарное впечатление об этом автомобиле. Все-таки европейское качество и европейская сборка дает о себе знать. Вот, под капотом 2 литра турбо, 250 лошадиных сил. Давайте заглянем под капотку. Так, автомобиль у нас 22 года выпуска. На газовых упорах вот так он поднимается. Смотрите, как мерсовский капот. Так, 2 литра турбо, что рассказать. Тяга бешеная у него, 250 лошадиных сил. Также здесь 48-вольтовая сеть, этот стартер-генератор. Когда вот автомобиль заводишь, она очень плавно так запускается. Фары у нас LED, называется Full LED Active High Beam System. Вот эта вот штука называется молот Тора. Ну, это я в интернете вычитал. Шведы ее сами так называют. Вот. Для тех, кому нравится Volvo, обращайтесь, пишите в директ. Вообще автомобиль шикарный за свои деньги. Так, эта машина у нас 22 года. Если хотите ее в Казахстан как бы растаможить и поставить на учет, выйдет где-то в районе 24-525 миллионов тенге. Вот, здесь присутствует тоже активный радар у нас. Вот такая вот модная решетка радиатора и знак Volvo. Так, ну, стрелка всегда вверх смотрит. Камера 360 присутствует. Камера также в зеркалах вот здесь вот. Так, бесключевой доступ на всех четырех дверях. Так приложили, закрылось. Руку вставили. Машина вот так открылась сейчас. Вот. Так, покажем сразу вот такой ключ в автомобиле, квадратный. Здесь нету, конечно, таких понтов, как в Hyundai, там, чтобы она двигалась, автозавод. Но я думаю, как бы этой машине здесь этого не нужно. Теперь заглянем в салон, дорогие друзья. Салон нас встречает, во-первых, шикарным запахом. Все-таки автомобили Volvo и вообще европейские автомобили, они вообще пахнут по-другому. Так, начнем с салона. Салон у нас отделан натуральной кожей. Посмотрите на качество. Я не знаю, как бы это через экран не передается. Очень мягкая кожа. И еще, что интересно, вот старт-стоп вот так интересно сделан на Volvo. Не кнопочкой. Сейчас я заглушу, вот смотрите. Ее надо крутить вот так вот сюда направо. Вот, сюда направо крутится, заглушилась. Опять крутите направо, завелась. Так, мультимедиа-система, она такая непривычная. Здесь все на английском. Ну, я думаю, хозяин ее русифицирует. Присутствует система безопасности, все там. Удержание в полосе, активный радар. Так, климат-контроль. Ну, подогрев сидений, вентиляция, это все тут есть. Камера 360, я уже сказал. Также вообще в машине абсолютно как бы все удобства. И проекция тоже есть. Музыка у нас Bowers & Wilkins. Вообще звучит шикарно. И давайте покажем вам панораму. Здесь тоже присутствует панорама. Взмахом пальца, вот так здесь нету кнопок. Здесь сенсорный вот. Сенсорный там вот так проводится. Покажем, как открывается. И еще вот второй раз проводим рукой. Открывается панорама. Панорама на всю крышу, но открывается она, как обычно, наполовину. Так, черный потолок у нас. Вообще, качество материалов ну, шикарное. Вот я прям чувствую руками. Отделка натуральным деревом, натуральной кожей.
Вообще, Volvo удивила меня. Вот. И теперь я понимаю владельцев Volvo, почему они тащатся по этим машинам. Покажем, да, сразу? Только какие-то подарки от Volvo. Не знаю, что это. Так, это, по-моему, ароматизатор. А это духи. Вот они вот такие, Volvo. Я думаю, автомобиль, он стоит своих денег и даже больше. Ну, то есть качество автомобиля, ты, получается, получаешь больше качества автомобиля, чем ты платишь за него. Ну, это мое мнение так сложилось. И еще одна особенность, здесь получается вода в дворниках, получается, не в капот она интегрирована, а вот сейчас я покажу вам, вода будет литься из дворников. Вот. Она получается не с тех мест, ну вот как обычно, как там вот эти соски, а она вот именно с дворников выезжает. Тоже такая интересная штука. Так, здесь у нас что, натуральный алюминий, память для двух пассажиров, для двух водителей точнее. Автоматические все окна, опустить, поднять. Вот, смотрите, здесь есть тонировка. Тонировку мы не убирали. Ну, в Корее она разрешена. Скорее всего, это как бы на усмотрение хозяина будет. Автоматическое затемнение стекол у нас, то есть зеркал, извиняюсь. Когда вот в ночное время сзади вас автомобиль едет, она автоматически затемняется. И это, и те боковые тоже. И присутствует также система, ну, мертвых зон. Сзади у нас лежат шины. Задний ряд, он также удобный. Ну, шины не будем убирать. Присутствует здесь у нас подогрев сидений. Шикарные вообще фары. Вообще в этом автомобиле мне все нравится. И модель это, кстати, кросс-кантри. Так, электропривод багажника. Чего он не до конца открылся? Так, здесь также лежат шины у нас. Ну, для... как бы по заказу клиента. Здесь тоже не будем открывать. И вот корейские, смотрите, это колики какие они такие толстые, качественные. Ну, машина новая, что сказать. Вообще шикарная машина. Мне очень понравилось. Кто хочет купить такую же, пишите в директ, обращайтесь, звоните по телефону. Мы вам поможем приобрести такой автомобиль, либо другой европейский, там BMW, Mercedes, Volkswagen. Спасибо за внимание, с вами был Тимур. Ребят, продолжение нашего обзора. Вот Volvo загрузили. Хотел показать вам кое-что еще. Так, резину мы там не посмотрели, да? Диски премиум контакт. Континенталь тут. Так. Здесь вот написано Воль. Значит, это заводская резина Volvo. 22 года. 235-45 на 19. Короче, все тут новое, смотрите. Суппорта, тормозные диски. Вообще новое. Машина 13 тысяч пробег. Это стойки. Сейчас покажу под днищем. Автомобиль абсолютно в новом состоянии. Спереди такая же вот история. Диски. Резина. Это вот днище. Сейчас с другой стороны посмотрим. Вот днище Volvo вот такое вот, абсолютно новое. Вот такие автомобили приходят из Кореи. Полный привод. Если хотите заказать такую же, пишите, звоните. Это была Volvo V60 Cross Country.